Чик. Питание растения в значительной степени зависит от биологических особенностей культуры, которую вы выращиваете. Внешних факторов роста, прежде всего, от солнечной инсоляции и температуры, которая выращивается в твоем гроубоксе. Понял? Интенсивность света, подача и качество, которое будет выходить, синий, белый, красный спектр и тому далее, и тому подобное. Минеральные вещества, которые находятся в строгой пропорции, добавляются на определенных разных фазах растения. Их всего есть 3. Века, цветения, плодоношения. Ну и для хорошего усвоения всей вот этой вот еды, которую вы добавляете сюда, контролируете датчиками pH, плюс и еще pH-очку вносите, контролируете, вам нужно учитывать рост фазы вот этого маленького растения. Конечно же, опять же, нужно соблюдать влагу, если, допустим, для укоренения растения, чтобы здесь создать такой, скажем так, парабарьерную камеру, чтобы была влажная, листва тоже через себя впитывает влагу, и тем самым она больше получает фотосинтез, выделяемый от солнца, так в нашем случае Smart Light лампа, и плюс, которая влага находится тут, и надеемся, что наша наконец-то маленькая лилушечка оклемается, но все возможно быть или не быть, как ты думаешь, что будет с этой малышечкой, отойдет она или нет, пиши комментарий, time to go!